Всем добрый день. Представлюсь для начала и потом расскажу о том бизнесе, которым я занимаюсь. Меня зовут Злобина Екатерина. Мне 30 лет, я замужем, я живу в городе Ижевск, у меня есть маленький ребенок. В принципе, официально я сейчас мама в декрете, но будучи мамой в декрете, сейчас я нахожусь в Хорватии, в городе Шибеник, и сюда я приехала за счет компании, с которой я сотрудничаю. С компанией я работаю по договору возмездного оказания услуг как индивидуальный предприниматель. Как же выстраивается наше партнерство? Компания, с которой я работаю, является производителем. И, естественно, любой производитель, который развивает свой бизнес, он заинтересован в росте товарооборота. И вот именно эту задачу для компании выполняю я. Вообще, очень серьезно стоит всегда отнестись к выбору партнера. Да? То есть очень важно, чтобы компания сама была производителем. И компания, с которой я сотрудничаю, она имеет 5 своих производств, имеет 2 своих исследовательских института. Будет очень здорово, если компания, с которой вы работаете, да, с которой вы развиваете свой бизнес, это будет международная компания. Именно такой является компания, с которой я работаю. Что еще важно? Важно, чтобы все было официально, да, чтобы компания была официально зарегистрирована на территории страны, в которой вы развиваетесь, чтобы все ваши доходы не были официальными, и мы, как индивидуальные предприниматели, официально отчитываемся по всем своим доходам. И, конечно же, важен тот продукт, с которым вы работаете. Важно, чтобы он был востребованный, важно, чтобы у него была доступная ценовая категория, важно, чтобы этот продукт циклично заканчивался, да, потому что только таким образом вы сможете наращивать товарооборот в своем бизнесе. В общем-то, всем этим критериям удовлетворяет тот продукт, с которым работаем мы. Компания, с которой я сотрудничаю, это компания Oriflame. Это компания, которая уже 50 лет на рынке, компания, которая работает более чем в 60 странах мира, компания, которая имеет годовой оборот около 1,5 миллиарда евро и компания, которая имеет огромный опыт развития во многих странах. Как мы сотрудничаем? Есть разные варианты взаимодействия с компанией, да, но действительно хорошие деньги здесь можно зарабатывать тогда, когда вы для компании создаете миллионные товарообороты. Выезжать за счет компании за границу можно тогда, когда вы создаете для нее миллионные товарообороты. Конечно, если вы в компанию придете просто купить помаду или тушь или крем, то компания не отправит вас за границу и не оплатит вам отпуск стоимостью порядка 50, 60, 70 тысяч рублей, да, и более. Поэтому, ребят, что делаем мы? Есть такой вид взаимодействия с компанией, как бизнес-партнерство. И моя задача как бизнес-партнера для компании увеличивать товарооборот. Естественно, я не смогу это сделать в одиночку, да, то есть я не смогу продать на сумму в 1 000 000 рублей, я не смогу купить на сумму в 1 000 000 рублей, но я могу сделать так, чтобы в компанию пришли те люди, которые что-то для себя совместно купят на эту сумму. Я могу людям просто рассказать о том, что ты можешь быть потребителем и пользоваться 20% скидкой, покупать продукт напрямую от производителя. Либо, если тебе нравится рекомендовать продукт, ты можешь рекомендовать этот продукт, получать какую-то свою немедленную денежку, и это тоже будет вклад в мой товарооборот, который я создаю для компании. И, естественно, мне интересно работать с теми людьми, которые точно так же, как и я, скажут: а я хочу зарабатывать хорошие деньги в компании Oriflame, я хочу зарабатывать 50, 60, 100 и более тысяч рублей в месяц, я хочу путешествовать от компании Oriflame. И что получится в результате? Эти люди, они точно так же, как и я, станут партнерами и начнут доносить информацию о возможности компании для тех людей, которые им интересны, с которыми они хотят работать. В итоге получится, что кто-то придет что-то купить, кто-то будет продукт рекомендовать, кто-то будет таким же партнером, как и я. Каждый партнер, естественно, тоже является потребителем продукта, потому что любой бизнес, который вы будете развивать, да, вы всегда будете потребителем своего продукта. Будет у вас свой салон красоты, вы будете краситься, делать маникюр в своем салоне красоты, будет своя булочная, вы будете покупать хлеб в своей булочной. Поэтому, естественно, мы тоже являемся потребителями продукта. Лично я и моя семья являемся потребителями продукта Wellness. Это витамины, это омега, это антиоксиданты, это коктейли, это супы. Что дальше? Смотрите, немножко по цифрам. Таким образом, да, кто-то пришел к вам как потребитель, кто-то как продавец, кто-то как бизнес-партнер.
Суммарно вы вышли, допустим, да, первая цифра на уровень товарооборота от 300 тысяч рублей. В этом случае ваш доход составляет от 30 тысяч рублей в месяц. Вы получаете одновременную премию от компании 1000 долларов. Вы можете поехать вот на такую конференцию в Хорватию. В прошлом году ребята у нас ездили в Болгарию. Была такая конференция в Египте, в Сочи. То есть это первый такой менеджерский уровень. Вы едете на банки от директоров, то есть вот эти преимущества, все это вы получаете уже буквально на первой ступеньке карьерной лестницы. Но что же дальше? Если ваши амбиции выше, то мы вспоминаем о тех людях, которых мы в бизнес приглашали в качестве партнеров. И вам интересно, чтобы ваши партнеры вышли на такой же уровень товарооборота, потому что в этом случае вы увеличиваете свой доход, в этом случае вы получаете единовременные премии от компании от 1500 долларов и выше, в этом случае вы едете уже на другого уровня конференции. Ну, к примеру, да, это может быть Кипр, это может быть Италия, это может быть Греция, это может быть Япония, это может быть Австралия, то есть уже страны более такого солидного порядка. И все это зависит от того, какому количеству людей вы поможете в этом бизнесе выйти на товарооборот от 300 тысяч рублей и выше. Поэтому, ребят, все на самом деле в нашем бизнесе очень просто. Есть компания, которая хочет увеличивать свой товарооборот. Есть мы, которые могут это сделать. Что мы для этого делаем? Мы пользуемся продуктом и приглашаем людей делать то же самое, что и мы. Пользоваться продуктом и приглашать людей. И все. За это вы получаете свой доход, за это вы путешествуете, причем на определенных этапах, не только одни, но и вместе со своей семьей.